Здравствуйте! На этом видео мы вам покажем результаты очистки рапса от зерновой и другой примеси. Итак, это исходное сырье. Сейчас вы увидите в больших кучах. Здесь очень много зерновой примеси. Также присутствуют насекомые, палочки. Сейчас видите. Ну вот, и другие вкрапления. Машина УАЗ-25С с циклоном выделила из рапса через шнек фуражных отходов зерновую примесь и крупных насекомых. Вот вы сейчас это все видите. Рапса здесь практически нет. С помощью циклона машина выделила в мешок. Сейчас мы вам покажем ее. Мы его специально сняли. Легкие примеси, а именно пыль, мелкие насекомые, семена сорняков, ости, полова, ну и прочие примеси. После очистки машина УАЗ-25 с циклоном через выгрузной элеватор на кучу высыпала, фактически вы видите, рапс без посторонних примесей. Поставленные задачи по очистке рапса машина УАЗ-25 производства завода сельхозмашин справилась отлично. Приобретайте нашу технику, и вы будете всегда довольны работой.